сегодня просто особенный день, потому что сегодня день рождения у Макса Бранта. Человек, который буквально мне открыл дверь на просторы Ютуба. Мужик, огромное тебе спасибо. Здоровья, счастья. Мы тебя очень сильно любим. Что это? Это гробики для хомяков. Ты говоришь, что это гробики для хомяков? Это гробик, модный рэпер. Йо-йо-йо, всем привет, друзья, с вами Питер Паркер, и это моя шляпа, которая упала. В общем, я крутой чувак, а этого на инстаграме Никита Сударь, он тоже классный пацан. Хочешь пивасик? Хочу пивасик. Короче, пивасик — это круто. Сани худболи хуй. Пацан Тре. Данника в профиле. Новая фотка. Саня. К Женьку. Он нас тут одевает. Саня решил просто быть хулиганьем. И в камеру. В общем, сегодня Максу 30 лет, мы с Евой пришли. Да, Ева? Да. Он красивый такой стоит. Уже кому-то интервью дает, 100%. Охрану влезть на территорию богемской рощи или увидеть церемонию иллюминатов, приоткрыв Букингемский дворец на ощупь. Вот он на меня вчера подписался, и в том числе благодаря нему меня будут брить. Зачем? Зачем это? По кайфу будет, братан. Побосраться по кайфу, блин. Дима решил все машины мои забрать, да? Дима! Как тебе гелик, бро? Охеренно. Охеренно? Ну что, пошли стричь? Дима, сука, бро, тебе лучше это не видеть. Сука! У тебя стала квадратная голова, бро. Иди ты, просто иди ты. Иди из этого места, серьезно. Чувак, ну ты красава. Не, выглядишь... Дим, да. Скажи что-нибудь свое оправдание. Никакого оправдания. Мужик сказал, мужик сделал. Вот знаете тот случай, когда мужик сказал, мужик сделал. Мирон, я на тебя похож, капец сейчас. Ребята, огромное спасибо всем за поддержку. Как вы понимаете, я заднюю не мог дать, поэтому вот так это все. Короче, ребятки, я дошел до своей школы на линейку. Это потрясающе, что-то народу, правда, дофига.